Кстати, об Apple компания в ближайшие 2 года может заработать 3 миллиарда долларов на игре Pokemon Go. Такой щедрый прогноз делают брокерские конторы. Самую игру можно скачать на смартфоны бесплатно, но заработать все же можно. На встроенных покупках пользователям предлагают приобрести покекоины от App Store. 100 монет будут стоить около доллара. И разве это цена за новые возможности в игре? Вот вопрос. Помимо этого, выход Pokemon Go сказался на дополнительных продажах зарядок для мобильных устройств. Оно и понятно, на охоте за покемонами гаджеты уж слишком быстро разряжаются.